был вопрос, приходила бабушка, она приходила в интересах своих внуков. Она говорила о том, что двое детей ее внучки, получается, это ее правнуки, они не ходят в детский сад, и просила помочь решению этого вопроса. Но бабушка была не осведомлена о том, что дети записаны в детский сад, и мама по непонятным причинам не вводит их в детский сад. Также мы сейчас взяли эту ситуацию на контроль, и сотрудники администрации, сотрудники комиссии и органы систем профилактики, это управление образования, они свяжутся с мамой, выяснят, в связи с чем она не водит детей в детский сад. Возможно, замена детского сада может быть на близлежащий, может быть, какая-то ситуация в этом детском саду. Ну, возможно, какое-то длительное время дети болеют. Потому что по информации управления образования проблем с устройством и с посещением детского сада в ГАИ абсолютно нету.